Доброе время суток. Вы на канале Анжелика Семерякова. Сегодня 5 число, 5 октября. На улице у нас сегодня 5 градусов. Не знаю, сколько ночью было, но мне кажется, ночью было сегодня теплей. 5. Тоже 5? Вот. А вообще 5, так. 6. А вообще, я хочу сказать, что у нас ночи очень холодные. Минус 6, минус 5. Вот это, только вот эта ночь была такая более-менее баловная. Нас побаловала. Это муж убирает какашки, чтобы они не морались. 5 октября, а я все какашки кидаю. Хаммер пришел. Да, Хаммер? Все, Витя. Хаммер с Ванькой ночуют на улице пока. Холодно были, в стайку заводили. А Митька ночует в стайке. Стоит напыженный. Чё напыжился? Стоит как напыжился-то. Чё пыжик? Напыжил. Едят они у нас хорошо. И сено едят. Овощи режем. Помимо овощей, вообще еще и капусту. Листья капустные. Да, Хаммер? Комбикорм. Комбикорм. Они у нас очень хорошо кушают. Муж телегу уже нагрузил. Митька у нас любит подраться. Он боевой бык. Да, Митя? Совский. Да, он со всеми дерется. А Ванька он ест. Вот так он донимает Хаммера, чтобы Хаммер встал и с ним бы дался. Из-под тишка. Ну что ты, мол, не хочешь? А я вот будаться хочу. Хаммер, наверное, пригрелся, лёг. Чем закончится эта картина? Так, зайдем в стылу. Лежишь, да? Так, заставил подняться. Все. Интерес пропал. Интерес пропал. Хаммер встал, ему все, ему уже не интересно. А вот наши красотки. Нет, все, вы уже капусту доедаете, все, нету больше капусты, все, это на завтра. Вам сколько не дай, вы все съедите. Помимо сена мы им в обед накладываем еще капусты, а вечером уже овощи режем. Вот, в стадо они уже не ходят. Одна белянка долго ест. Белянка вообще много ест. Мы стараемся белянки побольше давать. Стадо девчонки уже не ходят. Перестали они у нас находить с числа 26 или 27 сентября. Он как ночью был, были заморозки. Все позамерзло, снег выпал. Снег, кстати, у нас лежал неделю. Даже до сих пор еще местами лежит. Солнца у нас нет. Даже если солнце есть, солнце холодное. Вот такая погода у нас в этом году. Из новостей, свинью мы убрали. Мы уже две свиньи убрали. Вот одна осталась. И все. Одну свинью мы продали. Одну свинью мы себе оставили. И вот это вот тоже лежит заказ. Вот она. Тоже скажи, я кушаю очень хорошо. Комбикорм, молоко, сыворотку. Все кушаю. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.